Throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. И всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. И сегодня мы не будем просто так играть в GTA Online. Я решил кое-что проверить. А многие писали, что в GTA Online пришельцев невозможно никак встретиться. Но я не имею в виду самих пришельцев, а летающую тарелку. А насчет тех летающих тарелок, которые висят в воздухе, я знаю, их здесь найти невозможно. А вот насчет той, которая нам... Блин, кто-то дебил опять. А насчет той, которая находится вот сейчас покажу где. Вот где-то здесь. Где-то здесь находится, короче, летающая тарелка. Ну и сейчас мы проверим. Так как многие люди доказывали, что ее нет, но многие говорили, что она есть. Так что давайте проверим. Через пару мгновений. Блин, как-то дебило это. Опять моя машина решила утопить. Это дебилоид. Опять утопил мою машину. Ладно, ребят, встретимся, как подъеду к берегу. Вот, ребятуши, я уже приехал на это место. Вы, наверное, спросите, как же я буду без батискафа Кракена здесь обходиться. Так вот, я купил маску. Кстати, мы в прошлой серии уже... раскусили это дело, как получить такую маску и почему она не называется там плавательной или как там еще. Короче, где ее достать и что с ней можно сделать. Сейчас мы плывем до нашей летающей тарелки, если я надеюсь, она там есть. Волны здесь, если катеров я не видел, нет, не видел. Плохо. Могли бы, конечно, быстрее, ладно. Ну, плывем. Ну, надо же как-нибудь доказать, что есть она или нет. Я, честно, сам не знаю, поэтому придется проверить. Надеюсь, нашей маски хватит, так как у нее ограниченное время действия. Она, в принципе, быстро израсходуется, но, надеюсь, нам хватит хотя бы до дна доплыть. А и посмотреть там, где наша тарелка. Алло. Это алло, говорит чувак. Давай, здесь русский, извини, чувак, нет. Не получится сегодня ни с кем поговорить. Так, нам еще далеко плыть? Сейчас. А, еще не очень далеко. Но она примерно там находится. Сейчас я быстренько сверюсь по карте. Да, ребята, я сверился по карте, она тут точно по метке должна находиться, вот эта летающая тарелка. Давайте поэтому плывем. Нифига, волны здесь. Конечно, еще далеко плыть, но ничего страшного. Так, еще немножко осталось, и сейчас уже будем спускаться вниз. Так, ну вот, мы уже на месте, как бы, надеюсь, здесь. Ну, давайте нырять. Ну ныряй, зараза. Почему он не ныряет? Объясни мне, почему. Так, тут он звонил. Так, ну ищем, смотрим. Да я думаю, мы даже не доплывем до туда. Кислород быстрее закончится. Kannst auch die N-Taste zum Reden benutzen, ne? Können wir quatschen. Базарит, чувак. Блин, я не знаю, сможем ли мы до туда добраться. Блин, жалко, Кракена нету. Денег нету купить. Он там миллион. Auf das Zahnrad musst du neben deinem Arm rechts davon. Ну, я так думаю, что здесь. Да блять, закрой рыло свое. Я думаю, что здесь где-то. Вон там какие-то еще что-то там, не знаю. Так.
Блин, 19 штук осталось. Надеюсь, поплаваем тут нормально. Так, ну я надеюсь, что вот именно это место. Hörst du mich denn? Немец какой-то. Так. В тапках, блин, нормально. Нет, чё-то я не вижу летающей тарелки. Так, еще раз быстренько сверюсь по карте. Так. Ой-ой-ой-ой. Поднимайся наверх, дура. Так, мы сдохли из-за того, что мы это... Короче. Сейчас еще раз пробуем. Так, ребята, у меня появилась гениальная идея. Давайте мы сейчас нырнем. Или вниз. Стараемся поплавать, посмотреть, может, где чего поближе будет. Слишком глубоко мы не будем опускаться из-за того, что у нас давление будет сжимать. Ну, а так, наверное, думаю, получится. Посмотреть. А чё за ерунда? Чё ты дохнешь? Маска же есть! Ты дура! Подождите, маска же у нас есть? Так. Маска же у нас есть, правильно? Сейчас проверим предметы. Нет, где у нас? А, аксессуары. Дыхательный аппарат. Вот, он есть. А, ну вот. Совсем другое дело. Что-то там баганулось, походу. Не знаю. С очками с этими. Смотрим. Сейчас от точки кто уехал не так, как надо. Смотрим все равно. Тут я пока ничего не вижу. Не-не-не, я не вижу никакой тарелки. Я вот прям точную-точную метку поставил еще. И ее нету. К сожалению, я ее не вижу. Значит, скорее всего, о том, что ее нету, это правда. Так, давайте сейчас плаваем туда. Ну, я честно, в обычном режиме я ее встречал. В обычном, то есть в сюжетном режиме я ее видел. Здесь, где-то, вот прямо вот здесь, еще здесь такие заросли были. Да. А тут, ух ты, у нас что-то с кислородом опять. Че, как предметы, блин, аксессуары. А какого хера отказал аппарат? Подождите, ребят, что-то какая-то херня, короче, происходит. Я, короче, аппарат перестал работать, и... Ну, я так думаю, что ее больше мы здесь и не увидим. Я так думаю. Если вы найдете какое-то доказательство, там, видео какого-то пацана или что-нибудь такое, что в GTA Online можно увидеть подводную лодку, я куплю Кракен, и мы будем просматривать все, все наше GTA-шное дно для того, чтобы найти... эту летающую тарелку. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк. Лайк, чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующий выпуск о разрушителях легенд. Давайте, ребят, подписывайтесь. Пишите комменты, что еще можно делать. А, в группу ВКонтакте подпишитесь тоже заодно. Ладно, ребят, всем спасибо, всем пока.